Проект «Область здоровья», который реализует атлетический клуб «Антей» совместно с Департаментом соцразвития и спорта Тюменской области, позволяет держать себя в тонусе, не отходя с места работы или учебы. Достаточно запустить на мониторе или экране любой из трех десятков роликов с комплексами упражнений, как сделали это в перерыве между парами студенты и преподаватели Института физической культуры ТюмГУ. Все упражнения подобраны так, что они нет неудобства и не доставляют дискомфорт. Их можно выполнять в офисной одежде. Самочувствие отличное, бодры сил, студенты молодцы, все выполняли и получили заряд бодрости. Все проходит в формате онлайн, на ютубе все ролики размещены, при этом можно не собираться компанией, а в зависимости от того, как вы почувствовали усталость, самостоятельно выполнить это упражнение. Проект дает новые возможности держать себя в тонусе в условиях пандемийных ограничений.